Вот так вот я сегодня выгляжу. Зацените. Хотела поговорить с тобой немножко о том, как... о том, как не ждать. Да? Не ждать, что тебе кто-то должен подарить букет, а дарить его себе сама. Как это делаю я? Я создаю букеты. Мои букеты сухоцветы. Я захотела, я пошла, собрала себе букет. Я женщина с цветами. Ну, что не высохшие цветы. А кто сказал, что цветы должны тебя только живую радовать? Я радуюсь любой красоте. Я бы так сказала. Это красота. Лицезрение — это красота. Это же просто шедевр. Цветочный, посмотри. Будет стоять вечность у меня дома. Пока истинный хозяин не придет за ним. Так как любое творчество мы должны отдавать. Так как мы сюда вложили что-то, то мы даем это бесплатно. Мы берем за это что-то в обмен. И какая будет цена тому, что ты создаешь, это тебе только решать. Но не занижай, пожалуйста, свой талант. Даже если тебе это далось бесплатно, ты это создала, ты это принесла, ты в это вложила свою энергию. Окей? Ну что это ты не купила? Ну что тебе оно бесплатно досталось? Как картину создают? Ну тоже это все бесплатно достается. А $1000 за них платят. А всего лишь краска была потрачена и пост. Немножко мазни, да? Ну ведь это не мазня. Это твое видение, это то, как ты его создал, то, как ты его видишь, это твое. Это твое творчество. И стоит оно должно, открыто говоря, немало. Потому что это твоя энергия, твоя любовь и твой посыл человеку, который получит. Он будет уже долго и счастлив. С точки зрения моей точки зрения, этот букет будет стоять года. Пойди и собери себе букет. И радуй себя им. Поверь мне. Начнешь с малого. Будешь дарить сама себе цветы. Покупай сама себе подарки. Тебе нужно самой себе покупать подарки. Не нужно ждать их от кого-то. Начни это делать для себя самой. Позволяй себе. Тебе можно. Все просто. Давай, дерзай.